Индийский плов – это нечто. И готовится он с курицей, имбирем и куркумой, обычно по праздникам. Делюсь рецептом приготовления бириани с курицей, будет вкусно. Бириани можно приготовить не только с курицей, рецепт уже давно модернизировали и готовится со свининой, говядиной, морепродуктами и овощами. Можно использовать мясо на кости или только мякоть. Подают блюдо горячим, а есть его можно даже руками, как в Индии. 1. В миску выложите рис, залейте его водой и хорошенько промойте, затем повторите процедуру несколько раз до чистой воды. 1. В миску выложите рис, залейте его водой и хорошенько промойте, затем повторите процедуру несколько раз до чистой воды. 3. Нарежьте мелко лук и корень имбиря, обжарьте на сковороде, на которой обжаривали курицу, добавьте кардамон и куркуму. Выложите к содержимому сковороды рис и перемешайте, затем добавьте куриное мясо, изюм, корицу, лавровый лист, влейте воду или бульон. 4. После закипания жидкости уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте 15-20 минут до мягкости риса. После готовности дайте блюду настояться в течение 5-7 минут. 5. Из плова удалите лавровый лист и корицу. На отдельной сковороде обжарьте орехи и добавьте их в плов. Подавайте блюдо сразу после приготовления, украсив кинзой. Приятного аппетита!